У острова дня, господа нажиманы, будем открывать пиво по-гусарски. У острова дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев, и я вас сейчас зову на клинок. На клинке завтра у нас много соревнований. Клинок на Неве, СКК Петербургский, завтра в 16:30, приглашаю вас на канатный рез. А сейчас я вам расскажу, что именно эти футболки уже можно купить на стенде «Империя ножей». Они там были сегодня, они будут завтра, и до самого упора эти самые футболки от Акира и от Найфеста вы можете приобрести там 700 рублей единица. Сейчас я еду из Брюмена, там, где у нас будет найфовка. Мы договорились, в воскресенье мы найфуем. А в 18 часов мы с вами на разъезжей 3 Брюмен Редман сидим, кайфуем, едим вкуснейшие ребра, которые я только что попробовал. Пьем вкуснейшее пиво Найфер, которое обязательно там будет. И обязательно пробуем употреблять вот этот самый портер, который я свистнул только для того, чтобы сейчас на ваших глазах попробовать своим царапом аккуратненько, по-гусарски, красиво его открыть. Вы же говорите, что ножом надо стучать обухом. Это не модно. Стучать обухом не будем. Будем открывать пиво по-гусарски. Красивый, вкусный портер от Брюмена. Обязательно попробуйте его в воскресенье. И приобретайте царап. Он даже пиво открывать умеет. Ну и пойдем найдем пробку. Мы же не мусорим.